Хельхейм, ну надо же! Как ты, брат? Я сделаю, что должен. Отстань. Как скажешь. Фина. Прочь из моей головы.
Нигде ты не спрячешься, спартанец. Ты можешь сколько угодно пытаться убежать от правды. Это ничего не изменит. Ты можешь притворяться кем угодно. Учителем, мужем, отцом. Но есть одна бесспорная истина, от которой ты не уйдешь. Ты не изменишься. Ты навсегда останешься чудовищем. Знаю. Но я больше не твое чудовище. Путь к кочующему храму, а потом в Хельхейм. Там ты говорил явно не со мной. Ты случаем не хочешь ничего мне рассказать, брат? По части хранения секретов мне нет равных. Если что, обращайся. Кстати, я уже понял, что ты грек. Афина, надо же так проколоться. От тебя воняет странной магией. 14 сисек. А это еще что? Никогда такого не видел. Это что, фамильные клинки? Нет. И не бывать этому. Сынок, это мы с братом создали Мьёльнир для большого тупицы. Я в качестве разбираюсь. И это славная работа. А где мелкий засранец? Он нездоров. Да ну, что случилось? Асы? Нет, это моя вина. И теперь я должен все исправить. Вот ведь. Ну, всем нам приходится платить по счетам, да? Как я могу ему помочь? Я ведь умелый. Хочешь, пойду с тобой? Нет. Твоя работа здесь. Я сам. Ладно. Тогда выкладывай, куда ты собрался. В мир мертвых. Хельхейм! Ха! Дело серьезное. Я за тобой пригляжу. Ничего, дети крепкие. Я в его возрасте башку себе начисто отрезал, и ничего, жив-здоров. Thank you.
у тебя есть путевая руна Хельхейма, такой вариант будет на столе. Что я прикрою? Пользуясь случаем, скажу, твой план безумен. Даже Один если служит ей. Так что, надеюсь, твои клинки не подведут. Это и есть тот самый мост? Нет, мы все еще на мосту, который тянется меж мирами. А нужен нам мост проклятых. По нему умершие идут в Хельхейм. Туда их пропускает хранитель моста. Вот кого мы ищем. Просто иди вперед. Так мы придем куда надо. А я-то надеялся больше никогда сюда не попасть. Используй огонь клинков, чтобы сжечь кусты, преградившие путь. Причин, по которым мы вернулись за мечами. Должны быть лишь недавно умершие. Откуда так много? Наверное, врата закрыты. А если врата закрыты, значит, Хель и впрямь переполнился. Без валькирий некому судить и отбирать мертвых. И все попадают сюда. Go!
заперта. Что теперь? Разбойники, что мы убили рядом с моим домом, оказались тут. Как они вернулись так быстро? Время в разных мирах течет по-разному, особенно если речь о мире духов. Как Светальфхейма? Как раз наоборот. Озеро душ течет быстрее, чем время в Альфхейме, но время в Хеле идет медленнее, чем в Мидгарде. Это, конечно, запутанно. Это хорошо. Значит, быстрее вернемся к сыну. А, быстро схватываешь. Или... О, нет, нет. Вальхалла — часть Асгарда. Туда отправляются лишь достойные воины, погибшие в славном бою. Преступников. Да. Ну и для тех, кто умер от болезней и старости. Разве стареть — это бесславие? Ну, никогда ведь не поздно взять в руки оружие. Покинуть Мидгард? Не думаю. Хотя и вреда особого от этого, полагаю, не будет. А еще живым будет проще попасть в сердце Хельхейма. Только вот какой безумец туда полезет по своей воле?
Мост проклятых. А вот и хранитель, который проверяет, в самом ли деле мертвые мертвы. Что это у него? Этот тотем – мощный источник магической энергии и силы самого Хельхейма. Но тебе-то нужно его сердце. Возьми сердце и пойдем. Как? Нарвись на драку. Ты ведь умеешь.